Прокуратура области отмечает День президента. В ходе мероприятия блюстители закона подвели итоги о проделанной работе. На торжественном событии определили победителей конкурса рисунков, который проходил среди детей сотрудников надзорного органа. Кому достался главный приз, об этом расскажет наш корреспондент. Официальная часть торжественного собрания началась с исполнения государственного гимна. В честь Дня первого президента в нашем регионе проводятся масштабные мероприятия. Помимо спортивных соревнований и различных концертных программ, будут реализованы социальные проекты. Словом, 1 декабря шахтерская столица погрузится в феерию праздничных мероприятий. Торжественное собрание открыл прокурор Карагандинской области Аскар Секишев. Республика Казахстан во главе с нашим президентом состоялась как страна с динамичной экономикой и стабильной политической системой. Этими достижениями мы заслуженно гордимся. Празднуя День первого президента Казахстана, мы отдаем дань уважения нашему лидеру Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. На данном событии не забыли и о ветеранах прокуратуры. Пожилым людям за добросовестную службу торжественно вручили благодарственные письма. Уважаемые ветераны, ваш накопленный за годы службы опыт работы, полезные советы и неоценимая помощь в повседневной прокурорской жизни дают свои положительные результаты. Ветеран прокуратуры Рауза Ашимова на сегодняшний день преподает в университете Булашак. По ее словам, студентам высшего учебного заведения она ставит в пример нынешних сотрудников надзорного органа. Соприкоснувшись с научными работниками, мы стали гордиться теми работниками прокуратуры, которые занимаются творчеством. Без внимания не остались представители так называемой четвертой власти. Благодарственные письма получили журналисты телеканала «Первый Карагандинский», газеты «Орталы Казахстан» и «Индустриальная Караганда». У вас такая работа, что, скажем, всю жизнь мы учимся, идем в первый класс, идем в садик, потом в университет, потом уже трудовая жизнь, когда начинается, есть руководители, которые ставят нам оценки, и всю жизнь нам. В садике воспитатели ставят оценки, в школе учителя ставят оценки, в университете преподаватели, на работе руководители. А у вас именно такая трудовая деятельность, когда вы ставите оценки всем нам. Большое спасибо за ваш труд, спасибо, что сегодня откликнулись на наше приглашение. И знак признательности, самый прекрасный, наверное, цветы, как я хотел звучить, день нашего главы государства, вот это первый такой прекрасный, хороший праздник, который всенародно мы начали праздновать. На мероприятии также были награждены победители конкурса рисунков. По словам организаторов, самым молодым участником конкурса стал ученик первого класса. Нужно отметить, что мероприятие проводилось среди детей сотрудников правоохранительных органов. Молодым талантам прокурор Карагандинской области Аскар Секишев собственноручно вручил подарки. Торжественное собрание продолжилось присягой, которую приняли несколько молодых специалистов. Поступая на службу в органы прокуратуры, торжественно клянусь верно служить своему народу, строго соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан и во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности. Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.